Эта история началась очень-очень давно. Так давно, что и запутаешься. Ну, в общем, когда дед Лёха и дед Саня были такими же маленькими, как я. Честно, я сам позавчера видал, вот на этом самом месте. Честно, дяди Сталином клянусь. И колесо, и флаг, и люди. А потом и нету, только стрекоз по кустам. А я говорю, брехня, сказки для первоклашек. Может, ты, тетя Матютя, еще и негра на плоту видал вместе с пароходом своим? Тум-дара-дум-дара-дум. Вон, иди плотву. А то опять без ухи останемся. Ну, не цирка. Мне профессионалу в компанию такое вот барахло сюда крыло. Я, в общем-то, тоже не в восторге от соседства. Но это ничего не меняет. Есть проблема. Деньги напрямую передавать нельзя. А девочка для нас очень важна. Стало быть, придется смириться. Ой, да пошел ты со своим смирением. Вечно все усложняем, как дети какие, блин. Ладно, не тряси перьями. Найду я посредника. А твое дело? Шоферское. Наша деревня. Все вокруг говорят, что она необычная. И про нас тоже говорят чудные. Но мы не обижаемся, потому что на самом деле так и есть. Ползи. Ползу я, ползу. Только руки что-то не ползут. И ноги не ползут. Чего-то. И опять же перепачкаемся. Зеленый будем, как ливийские флаги. Ползи. Недоструганный. Бьюсь, бьюсь над тобой, все бестолку. Все коту под хвост. Китайцы, где уже корабли в космос запускают? А ты как был, тютя-матютя, так тютя-матютя и помрешь. Помру, Лех, помру. Вот здесь сейчас и помру. Вот, метров через 40 и помру. Леха, Леха. В секрете я самураев выслеживаю. А-а-а. Спагетти мне отвесь. Ладно. Вот зараза. Самоходка, броня в 7 пальцев. Ну и что делать? Петушков карамельных в ложке плавить. Послушай, а может это ну ее, а? Потихонечку посидим на наших мазках, перекусим чего. Да и ладно. Тебе-то что? Ты, считай, 30 лет один живешь. Тебя веслом по спине никто не охаживал. А если моя торпеда тему просечет, мне полный шандец. Вот пехота, она и есть пехота. Только бы ложкой по котелку шкрабать. Да ладно. Надо ж уперлась. Насмерть танком не сдвинешь. Не сдвинешь, Леха, не сдвинешь. Кто на нас с веслом пойдет? В общем, так. Лежи здесь, градусник. А? Дыши через раз.
курить и вести демаскирующие разговоры запрещаю. Как понял? Не, Лёх. Прием. Смотри. Лёха. Кораблики. Белые мои кораблики. Никаких бриллиантов тебе сегодня увидеть не суждено. Извини. Тут дело в следующем. Васька Барбариска, змей этот троекуровский, он, видишь ли, решил девкам агрономовым Шумахера показать. Вывел эту свою белорусь узконогую и вжарил по околице. Да еще с виражами. Нет, жарил красиво, гад. Прям как шмель из Нормандии нет. Да вот там, вот где вот у нас лужа старая, вот тут у него что-то у него не заладилось с навигацией. Видать, у него в хвостовом оперении дроссель заела. И вот через этот самый дроссель он козу и зауру твою. А что же у него с дросселем, а? С козой что? С козой. Козу он задавил, она там и валяется около лужи, копытом бьет. Подыхает она, агония у нее. Ну вот что у него с дросселем? Ты что мелешь, примака облезлая? Что, может, не похмелился? Я, Мария, на зло твое обиды отвечать не буду. Только потому, что я понимаю твою тоску по Изауре. Я понимаю, что ты с сегодняшнего дня, кума, без молока и без масла. Что тебе теперь перед дачниками песни петь придется под маракасы. Антилопа гну вырвалась в дикое поле навстречу бочке с авиационным бензином. Ну, а теперь в ритме вальса, Шура, пока пыль не улеглась. Как обычно. Нет, две. 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 Ой, я не могу. Кино. Дед Сань, вылезай, а то печенки отстудишь. На границе тучи ходит хмуро. Край суровый тишиной объят. На высоком берегу Амура часовые родины стоят. Там живут и песня в том порукой, нерушимой дружной семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Да здравствует воскресший коза Изаура! Ура!
приехал дачу присмотреть. А? Ослепительные молнии одна за другой. У нас в деревне есть библиотека. На книжке там неинтересные. А у деда Лёхи все интересное. Даже летом. И картинки на стене. Но воющий ветер и громовые раскаты совсем заглушали их крики. Мальчики, схватились за руки. Всем нашим мальчишкам почему-то нравится книжка про Тома Сойера. А я больше люблю про любовь. Штаны-то? Неужели гидра все попрятала? При непрерывном сверкании молнии все вырисовывалось с необычайной ясностью. Что грабну кружечку водички. Ты тигра бразильская, фашистка. Лёха! Лёха! Дедушка Лёш. Там это дедушка Саня под штаниками машет. В плен сдается, что ли? Мюрат пошел в поход, решил нас окружить. Эх ты, горе ты мое. Ну что, легкая кавалерия. Давайте-ка вот, забирайте книжки, сладости все эти. Можно и мне? Чешите отсюда. Так, ну-ка, стоп. Мопассан, не рано ли? В самый раз. Что вы говорите? Во времена. Остановись, лопнешь. А рука-то у твоей Марии будет здоров. Ну так было за что. Мы ж вчера с тобой. Ты хоть помнишь? Председатель с участковым с утра заходили. Напомнили. Да? Угу. Ну так ты вчера прям как с цепи сорвался. Лёх, ты меня вчера прямо удивил. Да? Да. Но я тебя сейчас еще больше удивлю. Вот.
Да. В гостях у сказки, понимаю. Да хватит жабрами-то хлопать. Позавчера в столице купил. Еле допер. Это хорошо ночью приехал. Это тебе. Я вообще-то все это собирался в воскресенье. Ну и тебе. Торжественно вручить пехоте от бронетанковых войск. Забирай теперь. Надпись вот сделать не успел. Но только не благодари, вот это я терпеть не могу. С детства, когда в уши кашляют. Ё-моё! Нравится. Это радует. А теперь начинается вторая часть мерлизонского балета. $213 миллионов. Или $100 тысяч. Ну, было, сейчас-то немножко меньше. Накопил? Накопил. Да мое накопил он, на полках стоит. Откуда тогда все это? А в начале мая, помнишь, наши в райцентр поехали молоко сдавать. Меня попросили помочь. Ну? Приехали, я решил там прогуляться. Ну? Ну-ну. Давай вот, махни лучше, ну. А то потом сердечко разорвется. И объясняй народу. Почему в сарае вилы сгнили? Вот именно. Так вот, иду я вдоль перрона, смотрю, женщина стоит. Ну что, этот? Может. И вдруг, бах, колотнуло меня, как будто кто-то по карку лопатой перетянул. Даже вот вспомнить не могу, вот как ни стараюсь. В общем, купил я билет. А надо эту девчонку-то лотерейную разыскать. Разыскать, надо ее Жигулей какие-нибудь подарить или еще там чего. А молчал! Так молчал! Не знал, как сказать, да, Сань. Ведь не золото ж с Олимпиады привез. Да. Третьего дня я в Минск. Поехал. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Уважаемые друзья, и вот он, этот торжественный момент. Впервые в истории белорусской лотереи разыгран громадный сет. Они меня, эти лотерейщики, полдня умасливали, чтобы на телестудию свою затянуть. Реклама здесь у них. Аплодисменты! Алексей Николаевич, пожалуйста, пожалуйста, будьте любезны, проходите. Оля, дай сертификат. Ну что ж, помощь украшает человека. И я убежден, что награда найдет своего героя. И аплодисменты этому свидетельству. А тут-то они, конечно, сдались, лотерейщики. Что? У меня не забалуешь. Куда деваться-то им? Поздравляем. Спасибо. Ваш выигрыш. Ура! Ой, милая. Поздравляю. Подождите, подождите. И вас. Ну, а я деньги получил, пока глаза горели, хрень этой всякой накупил, часы тебе взял и домой от греха. А что ты собираешься с этим делать? Вот. Вот, Саня, не знаю. Ну, в том-то... Нет. Я сперва-то подумал, думаю, ну, на все книжек возьму, действительно. На это? Ну, так, а потом раскинул. Так все, что Поля любила, что сам я, оно ж все вроде есть. А эти вот детективы лысые, которые без обложек, да они мне даром даже на подтирку не нужны. Это точно, точно. Так что не знаю, на тебя, Сань, вся надежда. Давай, пораскинь мозгами, может, что у тебя ж бывает. Что я?
Не, не, ну, не, ты, не, не, не. Да ты что, Лёха, да Лёха, а можно я их потрогаю? На, трогай, щупай, нюхай, можешь их даже облизать. Жди от него помощи. Поди, в сам Минск за ними мотался, а? Ну как там Минск, а? Цветет, небось. Эти троллейбусы ездят, да? Угу. Которые ездят, а которые летают. Сань, ты вроде не глупый мужик. А иной раз скажешь, как в лужу пернешь, только грохот и брызги, а толку? Че ты злишься? Ты что, не знаешь, что я в Минске в последний раз был, когда из армии возвращался? Ну, извини. Вышел на вокзале, покурил и дальше. Ворон, помню, много было. Над проводами летали. И мороженое прямо на перроне. Сладкий черт. А телевизор, что телевизор? По нему разве учуешь, как цветы? Погоди, погоди, погоди. Трава пахнет. Ай. А у нас тоже неплохо. Речка. Мостки наши с тобой, опять же. Ну да. А вот с Минском как-то не сложилось. А может, уже теперь и не сложится. Никогда. Е-мое. Подожди, я тебе скажу, что я тебя люблю. Я тоже! Плохо мне без тебя, Поля. Вон уж, сколько лета, а не отпускает. Ну, что вот мне с этими деньжищами делать? Бориска, ты? Я. Разморило меня. Ну нифига себе разморило. Мы уже думали, ты помираешь совсем. Ой, кричал ты, дед Леха, про деньги какие-то и про пароход. Про пароход? Вверх по течению, говоришь, давай, а там, дескать, и видно будет. Вверх по реке. Значит, все правильно. Васька. Садись на пенек и дежурь вместо меня, а я... Дед Лёш, нам... Садись, я сказал, будет он мне тут. И вы обе тоже, ну? Какая вам разница, где целоваться? Да, ружьё держи. Я? Нет. Да ну не заряжено, не боись. Удаю, дед. Ha, 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 ha,
финиш. Заурушка, фу, чтоб ты сдохла, гадюка бразильская. Лёха! Ё-моё! Чего? Смотрю, совсем офонарел от заморских радостей. Да нет, это я сметаной смазан. Да ну тебе. Думаю, может рассосётся. Нет, ума считай, калека. Да ладно. Про миллионы ты не трепанул? Да ты что? Это ты всю деревню-то переполошил? А кто же ещё? Завёл. Запустил. Работает как зверь. Короче, на самой зорьке, как только Мария на дойку уйдёт... Дед Саня потом рассказывал, что с этого момента все и началось. Ты худей-то? Ни свет, ни заря лыжи навострил, Андреич. Куньков половить, Антоновна. Самый клев на зорьке. Вот ставьте, опять же. А кунятки, это хорошо. Удачной руки тебе. Ага. Ну, шустрей, шустрей, шустрей. Ага. И тёча на блины едет. Олимпиаду чё напялил? Да ладно тебе. Ну, ладно же. Ты, небось, в ней и в гробу лежать собираешься. А Уцки чего? Для конспирации. Для конспирации. Садись, все. Погнали! Галстука, говоришь? Чё? Ах, ну да, Марусь. Скидывай, говорит, кепку, удила бросай и на дно раков кормить. Прямо так и сказал. Вот как Бог свят, Мань, слово в слово. Язык у тебя без костей, кикимора, ты старая. Сидела бы лучше дома, да внукам пироги расчиняла, а то носишься по задворкам, подол-то задравший. Мань, ты чё? Давай, пыли от седова, пока я тебя не приложила. Куда поплыли дед Лёха и дед Саня, никто не знал. Но благодаря Антоновне версии в деревне появились самые разные. И вправду. Мироновна! Куда это они? В галстуках. Держаться надо, чуть. Да ладно. Долго ты будешь резину тянуть? У нас поезд. И на вокзал надо до грозы успеть. Успею. Все. Пошли. Леха, а может... Не может. Бери. Правильно. Мотор, а золото сносами, а некоторые из пехоты плакали, а на свал. Да мне пирогиться зашел. Ну только это, Лёха, ты не смотри. Спокойно. Чёрт, давай быстрее. Извини. Представляешь, как в анекдоте.
поличным взял. Здравствуйте, девушка. Два до Минска на ближайший. И одно место в камере хранения. А Минска? Эй, за амбразурой. Два до Минска, говорю. До Минска только СВ. Отойдите от кассы. Не пейте нервы. Павлины маслины, стало быть? Ну-ну. Скорый поезд номер 13 приезд Москва. Прибыл на Леха, я теперь девочка свободная. Звони Федору. Зина, ты Федору не звони. А это нам ни с военной, ни с политической точки зрения не нужно. Значит, говоришь, ты теперь девочка свободная. Хорошо. Кровавой мэри мне сделаешь. Я? Нет. Ну тогда... Два лучших на ближайший до Минска. 60 секунд у тебя и время пошло. Молодец, Седокрыло. Неплохо поработал. Хороший поезд. Не первый век работаем. Ну и зачем? И что теперь будет? Посмотрим. Гроза тогда и вправду случилась небывалая. Я такое еще никогда не видела. Спасибо большое. Ладно, до свидания. До свидания. Доехали. Поздравляю. Первый раз. И по-королевски. Лёх, ну чего? Можно открывай. Подожди, не открывай, не открывай. Не открыл, не открывай. Давай, открывай. Вот так вот, тетя Матюти. А город вон там. Смотри-ка, лестница едет. Ну, эскалатор. Подожди. Пойдем посмотрим, а? Пойдем. Я тебя буду держать. Не надо, я сам. Что значит не надо? Ты куда? Ты? Да что ты? Вставай, дура! Вставай, жопу откуда! Держись! Двумя руками за ту перилу держи! Да, держись! Леха! Лех! Вот! А, ну что, прокатился? А чё? Скажи спасибо, немножко... что ноги целы. Да ладно. Ведь говорил, давай помогу. Нет. Ну только вернись домой, Прыщ-то. Уж я тебе устрою Бастилию, не переживай. Любуйся. А? Подожди. Посмотри. Ну? Это же... Леха! Леха! Слушай, Лех, я ж тебя потерял. Саня, ты серьезно? Чего? Будешь зенками хлопать, ты тут так потеряешься. Я тебя потом с собаками не найду. Интересно, я... Очень интересно. Ну что, мужики? Саня, не повезу. А? Не, шагай, дядя. Варежку закрой, а то влетит что-нибудь неприличное. Спасибо. Не за что.
Что-то мне не верится, что это было на самом деле. А если правда, жаль, что меня с ними не было. Вот было бы здорово. Это что, он настоящий, да? Это ж столица, Сань. Вот на этих скрижалях мы и запишем нашу судьбу. Вперед! Так, я вперед. Пехота в резерве. Командир. Да? Тебя как зовут? Иван. Алексей. Это что же вот эта вся красота твоя или как? В общем, да, в некотором роде. А как насчет того, чтобы вот нас с другом прокатить? Хотел бы от всей души, но нет права. Значит, вот зайку этого ты можешь, у тебя есть право. А нам с другом так от винта. Так он денежки платит. Платил бы ты, я бы тебя прокатил. Мне без разницы. Ваня, так значит, все в порядке, Ваня. Мой друг, я? Прошу. Давай, садись, карета подана. Может, не надо, Лех, у меня... Надо, Саня, надо. Ты хоть знаешь, сколько это стоит? Ваня, у нас тут полный боекомплект, так что на Юпитер и обратно. Вашу маму! Да погодите вы! Глядите вон! Куда едем, мужики? В гостиницу вези, Вань! С дороги отдохнуть! Гостиницу? А какую именно? Попроще? У тебя партийная совесть есть? Попроще! Самую лучшую вези! Лёх, ты уверен? А то! Подожди, Лёх, ладно, ты свою совесть успокойся. Я сказал, едем, значит, едем. Вези в самую кучерявую. Ну-ну. Да уж, конечно. Спасибо. Обижаешь? Нет, ну как я... Спасибо. Будешь в наших краях, милости просим. Порыбачим, ушицы сварганим. Бывай. Прощаться не будем. Плохая, брат, примета. Но это правильно. Спасибо. Бывай. Что это? Да.
что это? Как идти-то? Куда? Че она? Нормально. Да, а я? Да ты смотри под ноги. Это куда да. Ты? Под ноги смотри. Смотрю я под ноги. Куда? Куда идти? Я тебе говорю, смотри под ноги и выходи. А ты да ну ее. Куда ты пошел? Сиди сюда. Иди. Иди, пока ну не кричишь. Как иди, она крутится? Куда идти? Ищи, подожди. Что я потом Марии буду говорить? Иди уже, Саня, иди. Да иду, иду. Ух ты. Куда лыжи навострили? Революция? Здравствуйте. What do you want? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Чего? Куда прешь, спрашиваю. Ну, это ясное дело. Квартирку зимнюю хотим у вас выбить. Ну, значит, разворачиваем оглобли и быстренько на улицу путиловцы. Я пальцы загибать не буду. Я сегодня не хангри. Я сегодня очень angry. Understand? Пойдем, Леха. Ну ты, Цербер хренов. Ну ты что, не видел, на чем мы сюда подкатили? Да. Да хоть на спине у черного кота. Ну ты хоть понимаешь, что мы... Мальчики! Мы это... Вот так, да? Держи, Саня. День жаркий, Капулетти. Леха, пойдем. А жарою всегда сильней моя бушует кровь. Ну, все. Теперь точно шанит. Вот что у вас трое, ну вот! Что ж ты делаешь, да, мил человек? Погоди, мы ж хотели только войти, а? Ты понимаешь? О, Господи, какой ты мил человек! А, погоди! Плохо! Держись, держись, да! Погоди, ты! Ты это... Я тебе... Держись! Вань, ну что же это такое? Поехали. Ты понимаешь, Вань? Мы вернемся сюда. Дай мне монтировку. Сегодня. Дай монтировку, я говорю. Ты да, да, ты блин. Сегодня говоришь? Мы еще вернемся сегодня. Все-таки, Лёх, до того обидно. Попались бы они нам в деревню. И здесь для наших дедушек начались такие испытания. О, попали. Саня? Не, Лёх. Вперед. Все же вы так целыми днями народ и мнете. Нет слов. Красиво получилось.
А где спасибо, Седокрылый? Палай. Простите? Гавкать умеешь? Наверное. Что? Нужно? Хочу. Впервые со времен падения цен на мятные ириски хочу. Understand? Гав. Гав. Гав, 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 гав. Видал? Ну чё ты? Они нас как этих... Равно зря. Ну извини. Ну и видок у тебя. Это комплимент? Нет. Да. Гав, Иван. Нет. Не поймут. Очень даже. Нравится? А, ну, вообще-то, да. А? Мария, как там твоя Изаура, а? Фашистка твоя бразильская, а? Здравствуйте. Как? Ресторан гостиницы «Беларусь». Что предпочитаете? Да-да. Веселый вечерок будет сегодня. Вверх по течению, Леша. Все ответы там. Не думай ни о чем, родной. Тебе подскажут. Ну что ж. И поторопись. Отдыхать. Нет, 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 нет. Погоди, Вань. Дружба, дружба, знаешь, а это... Кто-то разлегся-то, варвар. Ты смотри, смотри. Вальтер Скотт. Саня. Саня, все, во! Ну что, мама? Да бестолку, Карлович. Только бензин попусту переводим. С такой водой их уже до Украины донесло. Будем искать. Сутки. В конце концов, Антоновна убедила всех.
И деревня поверила, что случилось несчастье. Троих нашли, все не наши. Два якоря и дирижабль. Трогай! Итак. Пожалуйста, ваша ставка. Сань, может ты, а? Не-не-не. Ну чё ты? Не-не-не-не, давай ты. Не нравится мне этот тип. Угу. Ставок больше нет, спасибо. Зеро. Как зеро? Да что у мамонты, не подфартило. Ну. Смотри, что получается. Вот вроде мы от лото нам обломилось. Будь здоров сколько, да? Угу. Но видно этого. Вот для того, чего найдется, мало. Ага. И нам добавили. А. Когда? Чего? Ну, найдется-то. Ну, во всяком случае, думаю, уже не сегодня, так что пока гуляй, рванина, отрубляй выше. Советский цирк умеет делать чудеса. Кстати, если ты не видел, ты посмотришь, как играет... Вот, гуляй. Пан мой, кореш, сколько перепили вместе. Так, ну, сюда. А у вас тут, кроме орешков, ничего серьезнее на зуб положить-то не найдется? Ну, там столовая. Ресторан? Ну, да, да, ресторан. Я могу позвонить, заказать вам столик. Позвони, позвони. Давай, а то жрать охота. Закажи. Это, может... Отличная рубашка. И шляпа вам очень к лицу. Лакардин, что ли?
Что ж ты, Изаура, Саньку-то моего не уберегла? Мыла Марусенька белые ноги. Эх, Изаура ты, козуля моя, козуля. Саня, тихо, отвали, а. Тихо, тихо, отвали, тихо, Саня. Тихо. Вован, Пупси, давай быстрее. Масян, Масян, ты посмотри. О, нифига себе. Валим, 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 валим отсюда. Валим, валим. Далеко собрались? Вообще-то, парни, я не очень люблю языком полоскать. Поэтому сразу рассмотрим варианты. Достаточно для первого раза? Поверить не могу, что я это делаю. Вот. Беречь надо свои вещи. Просыпайся, поплавок хренов. Хорошо, Леха. Енот крашеный. Чего, Леха? Мария! Мария! Раз! Два! Ну, а что теперь делать будем?
Лю? Не знаю. Ну, осмотримся. Там видно будет. Сними. Барбариска тоже придумал, устроил в карамельках целый референдум, разрешить или нет многоженство. Мужики все голосовали за, кроме деда Сани. Барбариска! Он воздержался, потому как баба Мария как? Рядом стояла. С оркестром управишься? Обижаете. Обижаете. Эх. Осиротела деревня. Ну что? На обеих будешь жениться или как? Я бы женился. Да кто же мне даст? Чай не в Персии живем. Да делайте вы что хотите. Но женщин у нас в деревне больше, и многоженство не разрешили. И правильно. Старики, старики. Прокатились, нечего сказать. Вот смотрю я на этот город, Сань. Нет, он хороший, молодой, сильный, красивый. Только вот мы с тобой тут как-то... Ну как? Похоже, мы с тобой в Париже нужны как в бане пассатижи. Или как, писачки, да? Вот-вот. Типа того. Так. Ну? Девушка! Девушка. Что? Убежала. Что ты на меня так смотришь? Козел старый. Фу! Леха, танки грязи не боятся. Ох, зря он его козлом обозвал. Да, Миша? Подожди. Что ты хочешь? Ты чё, чё? Дед, ты чё? Нормально, Вова, дочка. Куда? Да вы что сделали? Вова, что, что? Это же Вова! Вова! Вовочка, родненький! Открой глазки, Вовочка, очнись!
Смотри на меня, Вовочка, милый! Пошли отсюда, Саня. Убили, Вовочка, Вова, да кто-нибудь! Кто-нибудь! Мужики, встаю! Дыши, Вова! Мужики. Вова, дыши! Давай назовите же кто-нибудь врачу! Дыши! Может, подвезти? Поехали. И тут произошло то, что и должно было произойти. Поехали. Чё-то долго едем, да, Лёх? Ой, смотрите, женщинке плохо. Стой! Тысяч, господа. Сколько? Не дрожи коленкой, дочка. Сойдет за 739. Видите ли? Понятно. Все в порядке. Ну, теперь хватит. Удачи вам, господа. Держи. Не-не, Леха. Не спорь. Опа-на! Дарю! Кузнец и черт все летели. И вдруг заблестел перед ними Петербург весь в огне. Тогда по какому-то случаю была иллюминация. Эх, Саня, скупнуться сейчас, а? Ой, да, ну, конечно. А вот как домой добираться будем? На черте, что ли, как кузнец твой полетим, а? Лёх. Как знать. Да что ты переживаешь-то? Доберемся как-нибудь. Ну, в случае чего, пешком дойдем. Да, пешком. Ну. Что и требовалось доказать. Алексей Николаевич Кочергин и Александр Андреевич Перелетный – счастливые обладатели одного из самых крупных выигрышей за всю историю лотерей «Ваше лото». Дали все выигранные деньги, 125 тысяч долларов США, шестилетней девочке из Полесья. Алене Надежде, нуждающейся в срочной операции по пересадке сердца. Сань, а картину с пароходом надо было у них забрать.
дом бы повесили. А, ну ладно, спи, спи. Мы уже над Германией. Благодарю вас. Пустяки. Девушки, через 5 минут приступаем к снижению. Угу. Все будет хорошо, солнышко. Теперь уже наверняка. Слышал, Миша? Все будет хорошо. Стой! Стой, Иван! Все, стой! Все, дальше в деревню не вези, здесь останови. А то моя эту карету увидит. Караул! Чистый Мозамбик. Хоть топись. Иван, я тут с одежкой разберусь, ладно? Все будет нормально, мужики. Не сомневайтесь. Да мы и не сомневались. Из всех царей, лишь перед ним одним я преклоняюсь. Я передам. Что-то тихо в деревне. Да. Ну что, бывайте, лихом не вспоминайте. Прощаться не будем. Плохая примета. Ну, я готов. А мой чемодан где? В гостинице. Ты же ничего не говори. Мой друг. Сань. Леха, слушай, я что-то не врубаюсь, перед каким царем ты преклоняешься? Горе мое, знаешь... Я знаю одно, что валит мне Мария. Сань, это, я думаю, знают даже там. Это да. Пойдем. Барбариска, ты кого привез? Это что за мандарины? Да я их прям со свадьбы снял. Вы же знаете, сейчас сезон. Здрасте. 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 А может, Лех, учения какие проводят? Химзащиту, как при Сталине. Каждому бы прожить такую жизнь, товарищи! И хотя задавали они нам перцу так, что полосья на голове дымились, ну кто ж на старости лет не чудит? Не могу я. Все мы помним двух этих замечательных людей. Помним, что они сделали с нашей деревней. Для нашей деревни! Я с самого утра плакала. К похоронам слез почти не осталось. И все-таки до конца не верилось, что наших дедушек больше нет. Да будем помнить! Кого хоронят-то, Лех? Да не поймешь отсюда. Да, потому что будем! Да и кого ж еще помнить, как не их? И те уже карамельки без вас, дорогие вы наши, спите спокойно. Давай.
Так это получается, что ли... Изо всех сил надеялась, что произойдет чудо, и оно произошло. Чего тебе? Вам плохо? Здрасте! Мария! Я кепку и удочку. Это... Саня, ты откуда взялся? Я-то? Так я это... Я, ну, это... Откуда, Лёх? Да. Ой, отец наш, который есть в небе. Ой. Всё, края. Молиться начала. Точно прибьёт. Ой, я не могу. Веслом не отделаюсь. Мария, ты держи себя в руках. Убью! Обоих порешу паразитов! Все, валим. Лёх, Лёх, подожди. Лёха, ты где? Подожди меня! Не шуми. Лёха!
Он... Ты это... Не надо. Враждовавшие войска принялись отступать. Их угрозы и проклятия звучали все глуше и глуше. И мало-помалу на земле водворился прежний мир. А ты не такой уж урод. Нет, урод, конечно. Ну, в общем, ты понял, что я хотела сказать. Лет 500 не слышал ничего приятнее. Поехали. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. На высоком берегу Амура часовые родины стоят. Там живут и песня в том порукой, нерушимой дружной семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Там врагу заслон поставлен прочный, там стоит отваженный силен. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. У границ земли дальневосточной броневой ударный батальон. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. Чались танки, ветер поднимая, наступала красная броня, и летели на зем самураи под напором стали огня. И летели на земь самураи под напором стали огня. И добили песня в том порука всех врагов в атаке огневой. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой.